Но прежде всего надо не просто учиться хорошо, но уметь дружить. Вот наш ансамбль появился благодаря дружбе. Мы все поступили из разных уголков Казахстана в политех. Жили в одном общежитии, потому что один факультет был автоматики и вычислительной техники. Некоторые даже в одной комнате вместе жили. И вот на основе дружбы, за счет дружбы, нам удалось создать ансамбль. Поэтому я всем хочу студентам пожелать, любого университета, любого вуза, желательно гуманитарного, потому что они ближе к музыке. Это до Смухасана технари стали музыкантами, это понятно, это непросто. Вот желаю, чтобы они разносторонне развивались. Не просто вот только по своей специальности, но и музыкой, спортом занимались, политикой. В общем, были разносторонне развитыми. Но другое дело, не обязательно быть чемпионами, не обязательно быть лауреатами, но в жизни это они будут себя чувствовать легко. Rebel Show has grabbed.